Здравствуйте, у вас комплект идет к телефону, то есть кабель, документация. Тут у нас, соответственно, ключик лежит, пленка, которая была на экране изначально. Так, симочку видит, вот вставили. Тартон у нас все работает. Соответственно, iCloud'ов никаких нет. Об устройстве 12 Pro Ростест на 128 гигабайт. Так, далее у нас с вами аккумулятор 88, чуть в описании неправильно. Так, дальше возьмем Face ID, настройка, сейчас его настрою, покажу. То есть вот первое сканирование, предлагает нам в маске, все, функция Face ID настроена. Соответственно, без задачи пароля он не установится. Далее по звуку. Звук чистый, не хрипит. Так, по экрану. Экран в идеальном состоянии. По корпусу. Корпус все тоже в идеальном состоянии. Сблокируем. Камера. Все у нас работает. Видео. Такой. Фронталка, соответственно, также все работает. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Микрофон все пишет. Камеры вот фотографируют, тут проверяли. Телефон полностью исправен. Все работает. Я не знаю, например, вот. На громкую еще поставим. Вы позвонили в систему вызова Экстра. То есть динамик тоже громкий. Телефон в отличном состоянии. Состояние нового, я бы сказал.